Опять? Привет. Плюс секс. От бля... Какой же пиздатый день? Мне 16 лет. И зовут меня Жора. Вообще, в оригинальной версии его зовут Джора. Ну а в нашей русско-белорусской украинской версии будет Жором. Привет! Привет, Химавари. Что? Я сегодня без трусиков. Ей 16. Зовут Химавари. Сокращенно от бля. В дальнейшем вы поймете, почему. Привет, пидорасы! Привет! О, привет, Химавари! Салют! Эй, долбоёбы! О, Санчан, привет! Привет, Санчан! Санчан, 16 лет, мой лучший друг. Также играет бейсбол. Я слышал, что у тебя на мужика встал. У меня? Ха, да у меня на все стоит, все, что двигается. Даже на тебя, Жора. Ха, даже на меня? Что случилось, Химавари? Ты конченый! Что это, блядь, было? Никогда не понимал этих женщин. Может быть, потому что я хикан? Я ненавижу все ваши тусовки, идите вы к черту, я буду дома. 15 часов за компом каждый день, это не много, это норма. Что это, блядь, с ней? Не знаю, месячные, наверное. А ты откуда знаешь? Ну, я спец в месячных, хуля. Привет, Жора. Космос? Что и нужно от меня? Это, кстати, Космос. И ей 17 лет. Является главой студсовета. Ты мне нужен для решения одной проблемы. Жду тебя в кабинете. Опа! Плюс секс. Пойдем в эти выходные погуляем. Когда в первый раз увидел пизду. Когда посрал, а говна нет. Когда мертвая мать. Ладно, ладно, это уже перебор. Надевай свои колготки, мы пойдем гулять. Полеем с фонарями, мы не будем спать под дождем. И под снегом, мы любой зимой и летом. Ты когда-нибудь уйдешь, но я не думаю об этом. Мне нужно сказать тебе кое-что важное. Я тебя люблю. Не, ну в реальности это все иначе. Помоги мне начать встречаться с Санчаном, пожалуйста. Что? Все началось на бейсбольном матче. Он так мило плачет. Похоже, я влюбилась. Ох, если бы это работало в реальной жизни, а не только в аниме. Ну прям пиздец, сразу же влюбился в этого парня. Ладно, помогу. Спасибо. Спасибо. Ты что, не подписан на канал сэмпаю? Да, вроде бы нет. Ну тогда подпишись, и я отсосу два раза. Если что, она реально отсосет за подписку на мой канал, так что... Подпишись, не ленись на канал, лайк поставь. Олды на месте. Надевай свои колготки, мы пойдем гулять. Полеем с фонарями, мы не будем спать под дождем. И под снегом мы любой зимой и летом. Ты когда-нибудь уйдешь, но я не думаю об этом. Надевай свои колготки. Только бы не опять эти слова. О,
помоги мне ночью встречаться с Анчаном. Ой, блядь, опять это хуйня. Все началось на бейсбольном матче. Опять? Он так мило плачет. Похоже, я влюбилась. Сокращенно от бля... На следующий день. Какое же конченое утро. Я ненавижу свою жизнь. Привет! Привет, Химовай. Тупая тварь. Клеилась ко мне каждый раз, притворялась моим другом и выбрала не меня. Попытки девчонок понравятся Санчану. Что ты сказала, Химовари? Что ты сказала, Космос? Два клоуна, ей-богу. Привет, Санша Куин. Хуй. Привет. Это Санша Куин, и Е-16. По моим сведениям, работает в библиотеке. Откуда лавочка в библиотеке? Ну что ты там стоишь? Садись. Брысь! Кыш! Так, что это за хуйня летает? Уберите ее. Уберите. Сейчас по ней ударю. А, стоп. Это же мой инстаграм. Кстати, а ссылочка где? Ссылочка где? В описании. Ты мне нравишься, Жора. Почему она, а не другие? Нет. Почему? Нет. Посмотрите на другие пародии картины. Крик. Хотя бы чуть-чуть образованнее станете. Ты, наверное, перепутала? Нет, не перепутала. Ты ведь написала эту книгу, верно? Да, это я ее написал. Но как ты узнала, что это я? А, пиздец! Да как, из всех парней мог понравиться и только я? Эй, больной, с кем ты там разговариваешь? Не твое дело, с кем я разговариваю. Аниме продакшн и озвучка от мистера Сэмпая представляет. Ты единственная, кто любит великого меня. Ну, а может и не единственная. Ну а девчонок, которых я вам сейчас показал, действительно любят Жору. На следующий день. Так, почему я вообще должен ходить в эту библиотеку? Ты все-таки пришел, Жора. Могу дать свои голые фотки? Хватит уже. Та-дам! Мы с Анчаном пойдем в кино. А что, хороший план? Сука, ну ладно, пойду я с тобой в кино. Только благодари за это, Джора. Спасибо, Санчан. Да, без проблем, если б не Джора. Да, Джора, хороший план. План? Ну не тупая. Мой план — пригласить Санчана на обед. Ну, хороший план, только не запари его. Космос, привет. Хороший план. Только не запари его. Ну все, у меня дела, давай. Хорошо, давай. Только ничего не подумай. Почему я вообще должен им помогать? Мне нужно с тобой поговорить. О, давай там. Только не опять, только не снова. Мне нравится Санша Куин из библиотеки! Я не могу поверить. Все началось на бейсбольном матче. Да вы заебали! Когда я ее увидел, я сразу же влюбился. Но все с ним ясно. Клоун. После этого у Жоры трудный выбор. Кому же помочь? Космос или же своей лучшей подруге детства?
Но все идет коту под хвост, потому что все узнают то, что Джора никому не помогает, а использует их в своих целях. Какой же он подонок, этот Джора. Я хочу кое-что тебе показать, но это будет наш маленький секрет. О, что она вытворяет? За это могут 18+ влепить. Это была я на бейсбольном матче. Нихуя себе, какие сиськи. Ну что, вспомнил? Теперь ты должен подписаться на мою пизду и поставить лайк. Сейчас не понял. Шрек, иди нахуй, танцуй в другом месте. Джора, хотела тебя кое-что спросить. Ну, что? Это Хина, 16 лет. Работает журналистом в школе. Хотела узнать, с кем ты будешь танцевать? Что? Но я не танцую. Вечером дискотека, женщина, не танцую. Женщина, я не танцую. Хватит улыбаться, нормально с ориентацией. Женщина, не танцую. Ой, блядь. Короче... Да пошли вы нахуй. Хочу пою, хочу не пою. Мой ролик. Чё ты доебался? Женщина, не танцует. Хотелось бы вам показать, как главные герои помирились. Что-то я совсем ебанулась. Витя. После этого мы все вместе пошли домой. Наконец-то я построю свой гаремник. Эй, Жора! Ты чего там встал? А вам не похуй? На следующий день. Я знаю, что ты хочешь построить гаремник! Гаремник? Как она вообще об этом, блядь, догадалась? Все началось на бейсбольном матче. Ты на кого-то пристально смотрел, и я сразу же поняла, что ты хочешь сделать гаремник. У тебя уже там 3 девчонки. А что, звучит хайпом? Нихуя не звучит, долбоёб. После этого на Жору пишет статью про то, что он делает гаремник в школе, и его постепенно начинает ненавидеть вся школа. Помимо этого, они готовятся к фестивалю, ведь им надо будет танцевать перед всей школой. Ты педофил! Что? Тут все написано, но это невозможно. Это не я. В тюрьме расскажешь. Ну что, пора танцевать? Что, танцевать? Да? Ну а хули? Россия! Девочка в классе, ты была самой лучшей. Девочка в школе, ты была самой лучшей. Девочка в классе, ты была самой лучшей. Девочка в школе, ты была самой лучшей. Девочка в классе.
спасибо, спасибо. Я знаю, это божественный монтаж. Я знаю, блядь, только не пиздите. Ну, а на этом все. Для вас я озвучил 6 серий. Если хотите продолжение, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Ебашьте в колокол. Ну, а с вами был я, Сэмпай. Пошел нахуй. Я вас люблю. Сэйонара. Хочу сказать, тебе сказать, ты лайк поставь и подпишись. Если подписан, значит лайк поставь, а лайк поставил, значит подпишись. Блять, почему с первого раза нельзя записать?